Приветствую вас. Итак, буду делиться рецептом обалденной кукурузы. Вот я вас уверяю, вы в жизни не кушали такой кукурузы, как эта кукуруза по бабушкиному рецепту. Этим рецептом поделилась со мной моя бабушка. И я его очень долго не хотела выкладывать на всеобщее обозрение. Но вот сегодня прям вот идет волна у меня добра и щедрости. Думаю, поделюсь. Поверьте, такой бомбы, ракеты, вы ели очень редко. Или едите очень редко. Или, возможно, вообще даже не едите. Потому что сейчас тут пожарить, зажарить, запечь с маслом, с пастернаком, с маком. А это эксклюзив. Так вот, главное в приготовлении офигенной, вкуснейшей кукурузы по бабушкиному рецепту, это чугунина, чугунный казан. В общем, начинаем с этого наше приготовление. Смотрите по своим лавкам, шкафам. Если у вас нет чугунины, бегом в магазин за чугуниной. Чугуниной. Без чугунины не получится приготовить эту кукурузу. Если у вас есть чугунный казан, вам повезло, можно готовить. Теперь в идеале бежим на поле, едем на поле, летим на самолете, пароходе, самокате, скейте. Тырим кукурузу на поле. Вот это важный был раньше ингредиент, стыренная кукуруза с поля. Но сейчас время прогресса, современных технологий. Зачем же бежать на поле? Если вот идем в магазин, ну, конечно, в магазине все равно кукуруза не такая, бежим на базар. С утречка раненько на базаре берем такую уже вот колерованную. Смотрите, кстати, это самый офигенный сорт кукурузы. Если берете чисто желтую, не то пальто будет. Вот это вот белое с желтеньким, обалденно. Чистим. Чистим кукурузу. Это важный момент. Почистить кукурузу надо. Загадить всю кухню надо вот этими вот волосиками. Потому что если этого не сделать, это тоже будет упущен важный ингредиент в приготовлении этой кукурузы. Засрать всю кухню кукурузней важно. Рвем. Так, дорвали до конца, теперь ломаем. Если не отломали, отрезать ножиком можно. Можно не отрезать. У меня чугунина небольшая, я меряю, влазит ли качан. Хоп, хеп, хеп. Влазит, но не до конца. Это надо отрезать. Не хочу вставать за ножом, резать не хочу, поэтому делаю вот так. Хэч! Вот почти вам спорт. Занялись спортом практически. Так повторяем со всей кукурузой. Особенно классно, знаете, когда готовить кукурузу? Когда ты поубирала, стала раньше всех на кухне, поубирала, полы помыла. И, конечно, тогда уже съездила на рыночек за кукурузкой. Чистишь ее. И вся вот эта волоснюка все равно будет падать на пол, на который только вымыт. Все, помоем еще. Чего нам? Ну что, вот я поломала. Чуть-чуть оставила волоськов. Это важно. Не все волоськи убираем. Пусть будут. Так, теперь супер важный ингредиент. Вот таких вот два листочка. Скрутить вот так вот. Так, не два, три, четыре, пять. Сколько хотите. Поделали вот так вот. Это тоже важно. Зарядили кукурузу своей энергией положительной. Ну и что? Вот уложили в казан. Сделали вот так вот. Можно вот так вот. Наливаем водой и ставим вариться на 10 минут. А дальше самый-самый важный процесс. Не пропустите. Смотрите видео. Ну что, посмотрим, как себя чувствует кукурузка по бабушкиному рецепту. Да. Хапа. А вот и она. Сейчас я покажу, что с ней делаем дальше. Берем кукурузку. Я беру салфеточкой. Руками это брать просто жесть. Очень хорошо. Берем кусочек сливочного масла. Щедрый такой кусочек прям. Делаем вот так. Помазали. Маслечко вертаем взад.
Ручки вытерли салфеточкой. И теперь солькой это все хорошенечко посолим. 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 Кому как нравится. Пытаюсь теперь ее куснуть. Куснуть, куснуть. Тоже салфетками буду брать. И кусну сейчас. Сейчас кусну. Вот сейчас я ее прям кусну уже. Вкусно. Главное салфетку не откусить вместе с кукурузой. Очень вкусно. Супер кукуруза по супер бабушкиному рецепту. Готовьте со мной, подписывайтесь на мой канал, и будет вам вкусно. До новых встреч! Горячо, но вкусно.